или турнир по шведкам, причем за, как любят сейчас говорить, за внебюджетные деньги. Просто нашелся человек, которому понравилась идея. Кстати, турнир вызвал достаточно большой интерес. Если бы не участие наших главных гроссмейстеров в этот же день в матчах, очень многие бы сыграли. Не знаю, мы тоже проанализируем результаты этого турнира. И вполне возможно, может быть, даже выделим день отдельно. Тогда расширяется возможность участия гроссмейстеров и так далее. Не знаю, этот вопрос тоже предстоит изучить. Люди хотят играть, им очень понравилось, особенно, ну, как бы те, конечно, очень многие вообще не очень представляют, что такое шведки, да, но те, кто представляет, прекрасно понимают, что это очень увлекательная вещь, очень многим нравится, особенно детям. Ну, возводить в ранг спортивные соревнования уж прямо жестко мы не будем, хотя если, опять же, люди за счет небюджетных средств будут финансировать это мероприятие, то мы его будем поднимать на соответствующую высоту. Еще хочу сказать по результатам.